Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Жалобы на некорректное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги были самыми частыми в 2017 году. Рейтинг обращений кировчан составил Центр общественного контроля в сфере ЖКХ при региональной общественной палате. Вопросы, связанные с платежными документами, перерасчетами и оплатой общедомовых нужд, составляют более половины – 472 обращения за год. На втором месте – 111 сигналов. Жалобы на качество предоставляемых коммунальных услуг. На третьем – ненадлежащая работа управляющих компаний. В списке лидеров также обращения, связанные с благоустройством придомовой территории и в целом благоустройством города. Всего в центре рассмотрели почти 900 жалоб кировчан, отмечается на сайте общественной палаты. Дайджест недвижимости. Кировским коммунальщикам рекомендовали усилить работу дежурных служб, готовых к устранению чрезвычайных ситуаций. Из-за сильных морозов мэрии опасаются возможных прорывов на теплосетях, особенно в районах, где они сильно изношены. В Вересниках, поселке Новом, в районе спичфабрики, уточняет «Девятка.ру». По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в Кирове может похолодать до минус 27 градусов. Понижение температуры будет кратковременным. К воскресенью в городе потеплеет до минус 10. Дайджест недвижимости. Эксперты составили портрет покупателя жилья в России. Больше половины квартир в нашей стране приобретают замужние женщины в возрасте от 33 до 45 лет, сообщила руководитель проекта «Домофонд» Анна Березина. По подсчетам портала, на долю покупателей в возрасте от 25 до 45 лет приходится 65% сделок на рынке. Доля семейных покупателей в сегменте новостроек составляет от 50 до 70%, в зависимости от величины того или иного города. Эксперты прогнозируют, что доля семей покупателей на рынке вырастет в связи с запуском льготной ипотеки под 6%. Чаще всего квартиры покупают работники сферы торговли, промышленности и строительной отрасли. Реже всего россияне, работающие в сфере науки и сельском хозяйстве. При этом около 16% граждан, желающих в ближайшее время приобрести недвижимость, нигде не работают. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.